three girls from Russia, three chicks. Yeah? Yes! Еба, мужик, это просто охуенно. Класс вообще, чё. What is your name? Это finger to popping, да? Нормально так, нормально. Нихуя тебе! Where are you? Это тот уровень, к которому я стремлюсь. Блин, жесть. С тобой что, ты? Иди улечись, пожалуйста. Боюсь, мой папа тебя убьет. Всем привет! С наступившим вас Новым годом! Сразу к делу. Спасибо за поддержку людям с никами Nickelback666, Роман, Сергей и Куаныш. Отдельно хочу сказать спасибо Glowworm и Непоколебим. Ребят, спасибо вам всем за поддержку. Кстати, ребят, если вы обратили внимание, теперь у меня на канале новый значок и новая шапка канала сверху. Всю эту красоту сделал человек с этим ником в Инстаграме. Ссылка на его профиль будет в описании. Посмотрите, что он творит с обычными фотографиями. Ну как вам? Мне безумно нравится. Если вы тоже хотите арт-обработку или вам нужна превью, обязательно пишите ему. Недорого и качественно. От себя лично рекомендую. Ну а теперь новый выпуск. О, кальян! Хуя ебать, чувак. Ты из Дубая? Можешь что-нибудь сыграть? Новый день. Еба, мужик, это просто охуенно. Спасибо, спасибо, господа. А ты сколько вообще учился этому? Спасибо. Я долго. Еба, мужик, это просто охуенно, ты вообще красавчик, пиздец. Пацаны, спасибо вам, просто красавчики, от души. Да, уважаем. Да, уважаем, мужик, давай. С наступающим, давай, ебать. О, привет! Sorry, can you understand English? Yeah, understand English, yeah. Can you play on guitar song of Max Korsh? Max Korsh? Max Korsh, yeah. I don't know who is it, Max Korsh. Yeah, how old are you? I am 18 years old. 18, oh, nice. Three girls from Russia, three chicks, yeah? Four. Okay. I can play for you on my guitar, okay? Thank you. Привет. Привет. А что ты чё не дома? Ты чё не дома, я не понял.
Я дома. В смысле ты дома? У кого ты дома? У себя. Мы с братьями тебя уже ждем. Сколько? Ты где там шляешься вообще? Не понял. Гуля! Гуля! Гульнара, ты где? С тобой что? Ты... Юля, Гуля! Гуля! Алло! Да что ты напряглась-то? Я не напряглась. А что ты, откуда вы? Из Дагестана. А, блин, ну тут, да. Тут. Ну ты дома, да, находишься? Да. А, ну все, хорошо. Тогда хорошо, все, я спокоен, братья спокойны. How are you? One second. What is your name? Мухаммед. Where are you from? Abu Dhabi. Just a second, wait. Nice to meet you. Russian chicks. Double chicks. Yes. Что такое Russian? Yes. Russian double chicks. Okay. Yes, okay. Where are you from? Russia. City, country. Country human, Russia. Human. What? Human. Repeat. Tumen. Tumen. Yes. Tumen. What is it? Tumen. It's a city in Russia. City. Tumen. Yes. One second. Tumen. Yeah? No. Is it? No. It's an animal. We live in city. It's animal. Yeah. You are from animal. No. You are from animal. No. Tumen. Human is city. I write in chat. Yeah. Okay. What is your zodiac sign? Zodiac. Okay, what I write is city, Tumen. One second, chicks, okay. One second. Is it Tumen? Tumen? Yes, no, it's a parish. Yeah, one it's second. A parish, yeah. Yeah, Tumen, I live in Tumen, I don't live in Paris, I live in Tumen. Oh, Tumen, yeah. Yes. A very beautiful city. Oh, thank you, Abu Dhabi is... Two. Abu Dhabi, yeah, very nice, very nicely. О, братан, тоже гитарист, что ли? А ты тоже гитарист? Да, я любительский такой, сам научился. Это тот уровень, к которому я стремлюсь. Сейчас. Блин, жесть. Классно. Ну, спасибо тебе, дружище. И тебе тоже. Are you rich? Rich? Yes. Five million, maybe dollars, maybe more. Five million dollars. You are so rich, very rich. Yeah, very rich. For Russian, it's very rich. $5 million. One second. You, $5 million. My mom,
$1,000. You find yes, $1,000 is a very Russian. Oh my god, $1,000. In 1 month? 1 month? Yeah? Yes. It's a very in Russia. It's a very small. Oh my god, oh my god. For Russia. For Russia. Okay, can I play for you on guitar, okay? Can I play? Subscribe on my channel. Yeah. Okay, yes. In YouTube? Yeah, YouTube channel. I'm a guitarist. Okay. Subscribe. Subscribe on my YouTube channel, okay? Yes, it's your name? It's my name. Okay. Subscribe on your channel. Oh, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы такие хорошие. Да, спасибо. Да. Хороший. Я тоже спасибо. Пиара? Да. Я же не просто так сижу в этой штуке. Я что, на дурака похож? Нет, конечно. Че, ну давайте, может, вы уже приедете ко мне в Абу-Даби, мы посидим, выпьем. Денег нет. Так там немного надо. Там и бедные студенты. Вам точно 18 есть? Мне 18, ей 17. Вот, ее, значит, с собой не берем. Вот, а ты давай, с удовольствием. Да, хорошо. Что? Серьезно? У меня нет загранпаспорта. А вот у меня есть. Ха-ха! Вот тогда тебя ждем, пока тебе годик еще. А я пошла, спасибо. Ну, ты тогда, ну, что, либо иди делай дело за границей. Ну, он тоже не бесплатный. Ну, ладно. Ну, я постараюсь, хорошо. А я тебя еще в сомбреро видел. Прикольно. Как чё контент, я... контент получается? Да получается. Чё-то меня прям это... Одни взрослые люди, короче, смотрят. У меня какая-то такая аудитория сформировалась, что... Ну ты мне в чат рулетки первый раз попадаешься, я тебя на Ютубе смотрю. Я на тебя даже подписан. Хрена себе, ты что, в каком-то ток-шоу, что ли, снимаешься? Чего? Не знаю. Человек и закон или что это? Как Евгений Панасенков сидишь такой с вином, значит. Это я почему-то думаю, что это вино, это вот кока-кола обычно. А, просто пафосный стакан, я понял, бокал, фужер. Да. Это для антуража. А ты играешь что-нибудь, типа, на своей балалайке? Да. Мне один чувак нравится из интернета, я не знаю, знаешь ты его или нет. Ярик его зовут. Не знаю, знаешь такого или нет? Знаю, конечно, но я не пою, я играю. А, ты только наиграешь? Да. Окей, тогда переключимся на Акстар. С Борес, как это называется, фингерчпокинги, фингерстайлы. Угу, ну давай попробуем. Вот это вот. На самом деле неплохо, вот реально, вот я просто, я знаю, что это пиздец как мега сложно, то, что ты сделал, это я хер знает, это овер сложно. А есть что-нибудь известного, знаешь, таким, типа, вот с этим? Да-да-да.
сколько так лет ты занимаешься? 17 лет. 17 лет? Да. Тебе большое, на самом деле, тут только слова восхищения могут быть. Очень, очень круто, очень красиво, и развивая эту штуковину, у тебя круто получается. У тебя есть вот твоя нотка, которую ты играешь. Ребят, в конце хочу сказать вам спасибо вообще за то, что смотрите мои ролики. Я очень рад, что есть люди, которым они интересны. Для вас и стараюсь. Пока!